Есть предложение у них создать предвыборный блок. Они предлагают блок Рената Усатова, чтобы был создан из нашей партии, партии «Патрия», для того, чтобы люди не путались. Я хочу искренне поздравить от всего сердца нашего коллегу, человек, который практически с первых дней делал и делает очень много для нашей партии, Сергей Бирюков. На днях он возглавил политическую партию «Патрия». И если решат снять одну партию, например, нашу партию, о чем грозятся многие, и Додон будет об этом умолять, то в этом случае все равно сохраняется блок. Будет ли блок называться блоком Рената Усатова, либо как-то по-другому, должны решать советы двух партий. Но я ребятам сказал, говорю, мне интересно, что скажут люди. Кентру мене есть фуарте импортанте позиция думневастра. Так и дичфак блоку диндоу партиди. Партиду ностру, ши партиду политик патрия. Фак блоку луи Рената Усатова. Да, прагу креште лаву проченте. Да ми ну ми фрикадио проченте, вами бонька.